большой секрет. Подарок. Это мое. Еще чего? Три, ну скоро. С вами же звали ноутбук чинить. Другой раз. Да что на вас нашло? Нашло, а? Нашли. Подарок. Мне. Нет, мне. Сейчас узнаем, кому. С любовью от Баси. Так гораздо понятнее. Чего тут понимать-то? Подарок один, а вас двое. Потому что он мой. Обойдешься. Думаю, он тому, кого Бася больше любит. Первыми подарками были талисманы. Люди давали их друг другу на удачу. Золото, шкуры, специи вожди дарили в знак дружбы соседним племенам. Иногда так делали и целые народы. Вот статуя свободы в Америке – это подарок от французов. А сегодня можно подарить не только вещи, а, например, день в парке аттракционов, билет в театр или поход в кино. Ведь эмоции тоже подарок. И как выяснить, кого Бася любит больше? Родители любят умных. А, это и так понятно. Проверим. О, вот у меня так же получилось. И кто умнее? Пожалуй, никто. Это почему? Потому что на ноль делить нельзя. Игрик, ты зануда. Родители любят сильных. Умнее, сильнее, глупости. Родители любят красивых. И кто из нас красивее? Верто, не томи. Думаете, так просто? Вы же одинаковые. Все, с меня хватит. Я первый нашел, значит, подарок мой. Что? Ну уж нет. Помада? Для кого? Извините, для самого красивого. Знаешь, это, наверное, тебе. Да что ты? Это тебе. Забирай. Ты же первый нашел. Что нашел? Вася? Мы тут твой подарок нашли случайно. Только мы не поняли, зачем нам помада. А кто сказал, что это вам? Кому же еще? Это я сама себе подарила. А? У меня день рождения. Или вы забыли? Порадовать на день рождения маму, бабушку или сестру легко. И вовсе не обязательно что-то покупать. Можно смастерить подарок самому. Например, вот такую розу из обычной салфетки. Сначала ее надо развернуть. Теперь одну сторону загибаем к центру, но не до конца. И наматываем бумагу на два пальца. Получился цилиндр. Если его сжать, он станет похож на бутон. Осталось скрутить вторую часть салфетки. Это стебель. По пути кончик салфетки отогнуть вверх, вот и листок. Красота! Несколько таких розочек, чуть-чуть блесток и праздничный букет готов. Такой подарок долго не завянет. Бася, мы просто подсмотрели. У нас подарок покруче. Правда? Мы дарим тебе желание. Да! Загадывай, что хочешь. О, ну что ж, помните, я просила починить ноутбук? Вот, с него и начнем. Пошли, Фрик, пойдем, Гик. Мы как раз помочь пришли. С днем рождения! С днем рождения! Спасибо. А вы знаете, кого из близнецов
любите больше? Сильного? Умного? Красивого? Я люблю их одинаково. Они ведь у меня оба хороши.